Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, 28 марта обязательно умойте лицо в любое время, скажите эти защитные слова и сможете закрыть злу дорогу. Почему именно 28 марта и что в этот день мы рекомендуем вам делать далее в этом видео. Давайте начнем с того, что 28 марта празднуется собор всех преподобных отцов Киева-Печерских. Также православные почитают память мученика Никандра Египтянина, а в народе этот день назвали как Александров день. В этот день было хорошо относиться к лесу. У него просили прощения за всякие вмешательства, а еще поклонялись чаще за ее плоды и дары. Чтобы народ мог охотиться или собирать ягоды, нужно было провести определенный обряд, а именно попросить лешего разрешить сделать задуманное. Чтобы не потеряться в лесу, нужно было прочитать и особые слова. А вот погода в этот день может подсказать, что у вас ожидает. Так можно сделать несколько предположений. Пасмурные дни будут, если на водоеме чайки устроили купание в водоеме. Солнечная погода будет в течение целого дня, когда воробьи чирикать будут. Засушливое лето будет и плохой урожай, если в реках останется а, мало воды после того как снег растает. Сегодня желательно не ходить в лес, потому что вы можете навлечь на себя беду или как вариант потеряться. Так что все лесные прогулки стоит сегодня перенести. Лучше отправьтесь в парк или к морю. Возможно, ничего серьезного и не случится, если вы отправитесь туда, но даже обычная непогода сможет вас немного заставить понервничать. Колесо от машины застрянет в болоте, вам понадобится еще несколько часов, чтобы вы выбраться или вызвать помощь кого-то из ближайшего поселка. Поэтому не рискуйте делать этого сегодня. Перенесите лучшую поездку на выходные, а сегодня стоит заняться рабочими вопросами, сделками и конференциями. Хорошо, если вы сможете обсудить цели на неделю и распределить обязанности в своей команде или на предприятии, подтянуть все свои хвосты. Нельзя сегодня выбрасывать любой мусор и перебирать вещи. Если обычно вы сбрасываете все в один мусорный пакет, то сегодня тот самый день, когда можно начать сортировать мусор. Выделите для начала три пакета, где будет пластик, бумага и пищевые отходы. Со временем, если у вас будет получаться и вам понравится результат, вы можете добавить и пакет для стекла. Сейчас по большим по городам очень много пунктов, где принимают бумагу, стекло, крышки, бутылки и прочее. Вы сможете сделать хорошее дело и получить за это еще и деньги. Конечно же, это небольшие, но чувство выполненного долга и сохранения чистоты на планете вы точно почувствуете. Если вы сегодня планируете отправиться за покупками, то решите для себя, что именно вы должны купить, чтобы не получилось, что вы совершенно сделали какие-то необдуманные поступки. Они могут в будущем отвернуть от вас удачу. Правильный будет самостоятельно или в семейном кругу сложить общий заработок за месяц. После этого расписать основные расходы, которые есть каждый месяц. Это продукты питания, коммунальные услуги. Дорогу на расходы на дорогу, тот же бензин и так далее. А потом нужно понять, что вы планируете купить в этом месяце и сделать, конечно же, небольшой список. Но и нужно не забывать о а, а процентов 20-30, которые нужно вам отложить. Все покупки должны быть хорошо и обдуманными, и взвешенными. Сейчас стоит акцентировать внимание на качестве продукта. Лучше потратить деньги на продукцию, которая прослужит вам несколько лет. Сделать выбор в пользу натуральных тканей, а не обычной синтетики. Хорошо продуманные покупки принесут вам удачу. Не рекомендуется сегодня брать или давать деньги взаймы. Такие движения с деньгами могут привести в будущем к определенным потерям. Постарайтесь сегодня воздержаться от таких действий или вовсе убрать эту привычку. Она не приведет ни к чему хорошему. Лучше выработайте привычку откладывать деньги, а в дальнейшем совершить глобальные и обдуманные покупки, которые помогут вам по жизни или для работы. Это может быть новый ноутбук, телефон, автомобиль, квартира или дом. Сегодня нельзя выяснять отношения, ругаться или говорить на повышенных тонах. Такой, кажется, маленький конфликт может закончиться большой ссорой, и вы не скоро сможете простить друг друга. Не будьте агрессивно настроены. Поступитесь в своих действиях. Подайте сегодня руку помощи второму человеку. Будьте добрее и рассудительнее в своих поступках. Не отвечайте агрессией, не вздумайте начинать сегодня и новые проекты и приступать к тяжелым делам. Все действия могут пойти немного не по плану. Лучше всего пересмотрите свои предпочтения, задайте себе вопрос, в правильном ли направлении вы двигаетесь. Все проекты ⁇ это начало чего-то нового, неизведанного и, возможно, трудного. Не всегда получается тот результат, на который вы рассчитывали, но нужно приложить много усилий. Сегодня вы сможете побольше уделить внимание отношениям с любимым человеком или разобраться с кандидатом на это место. Однако сильную активность и напористость в этом вопросе проявлять сегодня не рекомендуется. Стоит поискать гармонию в текущих обстоятельствах и внести приятную свежесть и красоту в уже существующие отношения. Сегодня этим весенним вечером покоряйте своих возлюбленных, дарите им цветы и пикантные подарки. Можете даже пить романсы под окнами. И совсем не важно, что вы живете вместе уже сто лет, и что все соседи возненавидят вас из-за отсутствия голоса. Ваша половинка будет на седьмом небе от счастья. Сделайте сюрпризы друг для друга в этот день. А также, обращаем ваше внимание, возможно, вы в эту ночь не сможете долго уснуть, будете летать в сновидениях и мыслях. А обращаем ваше внимание, все-таки постарайтесь уснуть для того, чтобы проснуться в хорошем настроении. Конечно же, не расстраивайтесь, если у вас будет недосыбок или упадок сил. Но к обеду можно будет уснуть на часик два, и вы действительно будете чувствовать себя намного лучше. А вот именины 28 марта отмечают Александр, Алексей, Михаил и Тимофей. Сегодня стоит экономить деньги и отложить крупные траты. Считается, что чем меньше вы потратите сегодня своего кармана, тем больше у вас будет удачи в делах в следующем году. А также сегодня благоприятный день для того, чтобы провести медицинские манипуляции или сходить именно к косметологу. Также обращаю ваше внимание, что 28 марта по народному календарю лучше не мыть голову. В противном случае можно привлечь беду, а именно разлуку с близким человеком. После расчесывания волосы, оставшиеся на расческе, не стоит выкидывать в мусорное ведро. Так у вас никогда не будет густых и здоровых волос. Если вы в этот день решите перебрать вещи в шкафу, то лучше оставить это занятие все-таки на другой день. Если начать разбирать одежду, то можно лишить себя дохода и навлечь большие расходы. И именно 28 марта обязательно проведите следующую практику. Если вы переживаете, или, например, в утром, в обед, вечером, вне зависимости от того, какая у вас сейчас ситуация, возьмите, умойте свое лицо. И далее скажите эти защитные слова. Таким образом, вы закроете злу дорогу. А слова звучат следующим образом. От злых деяний защити и мне помоги, и удачу крепкую принеси. Также эти слова вы можете сказать и в тот момент, но ну, а перед этим обязательно нужно э, умыться. Например, если у вас сегодня в коллективе были какие-то напряженные отношения, кто-то про вас сплетничал или... Перед тем, как прийти домой, например, вам кто-то в общественном транспорте нахамил или сказал какие-то недобрые слова, тоже пришли домой, умылись и сразу сказали эти слова, они вам помогут. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 28 марта 2022 года по лунному календарю нас с вами ожидают 28 марта, 25 и 26 лунные дни, убывающая луна в знаке зодиака Водолей. Знаете, в какой-то степени по лунному календарю это день пассивности и желательно его провести в покое и одиночестве. Не надо начинать сегодня ничего нового, но в то же время следует завершить и начатые дела. Делайте сегодня все неторопливо, никуда не спеша. Если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов, берегите себя от случайных контактов и неожиданностей. Также энергия Луны сейчас довольно слабая, жизнь перестает бить ключом. Люди становятся вялыми и апатичными. Но погружайтесь в депрессию, развивайте в себе концентрацию внимания, уделите время развитию и умственной деятельности. Подведите итог прошедшего месяца, развивайте в себе концентрацию внимания. Для этого можно посвятить день медитации или, как вариант, уехать на природу. В любом случае, лучше сегодня остаться одному. Также сегодня не стоит начинать новые дела, да и при всем желании может просто не хватить сил. Поэтому займитесь завершением того, что начали ранее. День вообще не предполагает активных действий. Сегодня необходимо быть осторожным, внимательным и в то же время медлительным. Также обращаем ваше внимание, что сам по себе этот день проходит благоприятно, если посвятить его уединению и размышлениям. В любом случае, спешить сегодня нельзя. Неторопливость, обдуманность, тщательность ⁇ это те качества, которые желательно проявить в этот день. Самое лучшее сегодня избегать активных действий, потому что они просто не принесут какого-либо заметного результата. Наоборот, могут надолго вывести вас из состояния душевного равновесия и покоя. Что же касательно стрижки волос, то перенесите поход к парикмахеру с убывающей луны уже на новый цикл. Таким образом вы только сохраните красоту своих волос. Друзья и коллеги все равно не оценят нововведений в вашем образе. Это сильно испортит вам настроение и атмосферу дня. Также в этот период волосы просто не готовы к принятию инородных веществ. Результат косметических процедур будет или недолгосрочным, или непредсказуемым. Сегодня не стоит делать ламинирование, кератиновое выпрямление, химическую завивку. Постарайтесь сегодня сберечь энергию. Она пригодится вам в скором в новолуние. Найдите время сходить на осмотр к врачу, к трихологу и проконсультироваться. Что же касательно окраски волос, то ее сегодня не делайте, чтобы не привлечь конфликты с окружающими людьми. Также не делайте сегодня прическу, а носите какой-нибудь головной убор. Это исключит из вашей жизни негативную энергию. Суть этого дня – направить человека на размышления о его характере, личности, поведении, мировоззрении, убеждениях и нравах. Высшая задача этого дня – научить любви к себе. Пока этого нет, невозможно достичь гармонии с самим собой. Невозможно успокоиться и наладить жизненный ритм. Друзья, вот такой у нас будет понедельник, 28 марта 2022 года.